Полін, ти зрозуміла, яка нація найгарячіша із цього опитування? Діма, ти саме гарячий в моїй житті. Ось так ти уважно. Ну, це спасибі тобі за таку лесть неприкриту. Ти найуважніша глядачка нашої програми. Потім передивишся повтор, дізнаєшся правильну відповідь. І така, хто це сподіває? Насправді, представників гарячих кровей в шоу-бізнесі можна перераховувати і на пальцях рук, і на пальцях ніг. І не хватить. І серед них є, і, звісно ж, жінки, зокрема, Санта Демополос. Яскрава представниця горячих кровей. Ты бачила бицуху, Сан? Я помню, как я задавала ей вопросы, и тут, конечно, сила стала... Чому Герасим утопив Муму? Біцепс не допоміг. Ні, не помог. Хоча, коли дивишся на біцуху Санти, думаєш не про біцуху, а про бічолу. І тут я розумію, головне же, а от і бічола. Бічола, ще один представник, Бічола Тетрадзе, відомий грузинський модельєр, ще один представник гарячої крові, саме він зараз на знімку із Сантою. Нещодавно він відсвяткував свій день народження із справжнім грузинським розмахом. Він всіх гостей забрав на приватному літаку і відвіз до Грузії. Красиво, ми вже давно слідкуємо за селфі Бічоли і Вані Дорна. Ця тема не дає нам спокою. Ми не можемо зрозуміти, чи Бічола просто обшиває Ваню, чи просто любить заміряти його. Одіває. Одним словом, тема Бічола Дорн не розкрита. Не розкрита. Ми будемо старатися шукати відповідь на це запитання. Хочемо сказати, що на дні народження справжнього грузину було присутньо багато віп-гостей, зокрема і Валидар Фуш, і його дружина, також відома як екс-ведуча каналу Модин Сара Ханда, Ліда Петрова, ну і, звісно, навіть Нино Катамадзе була присутня на святкуванні дня народження Бічоли Тетрадзе. І вона зробила справжню паті з глибоким вокальним таким привітанням Бічолі. Happy birthday to you. Діма, я знаю, что в Грузию стоит всегда поехать, потому что так, как там накрывают столы, не накрывают нигде. Так, как там наливают в рог. Ты знаешь, что ты не можешь сидеть с пустой склянкой в Грузии? Просто... Ты, в принципе, встать не можешь. Если ты встаешь из-за стола, значит, все, праздник заканчивается. Нещодавно Дима, надо ехать. Наши корреспонденты побывали на одном гулянии фестивале. Как они там встали за стол чи ні, дивіться прямо зараз. Это была я. Серьезно? Молодец, значит, встала. Вот тут же. Когда я была в этом же возрасте, как и здесь собравшиеся пофестивалить, я ходила в библиотеки, в театры, посещала выставки. А нынешняя молодежь частично, субкультурно проводит время вот так. Частями в спорте, частями в травмах. Частями набивает татуировки на разных интересных местах. Давайте поглядим. Здесь бесплатно добиваете татуировки? За символические платы, фестивальные цены. Вот сколько на фестивале платят? На фестивале 150 гривен вы можете сделать себе. У нас оператор девушка, постоянно мечтает сделать татуировку. Вот что бы вы ей, как нежной девушке с огромной камерой, могли бы предложить? Это в первую очередь должно быть желание клиента. Цветочек на лобке? Нет. Почему? Принцип. Вот среди твоих ровесников как много людей проводит время в спорте? Потому что это же все-таки спорт. Очень много. Серьезно? Кто курит? Никто. Сколько человек из класса курят, говори? В классе никто. Какие самые ломаемые части тела вот у тебя были? Тело. Я не знаю, никогда ничего не ломал. У меня в основном, да. В основном растяжения какие-то, голеностопа, там, плечо, там, что-то еще, запястье, ну и такое. Ты можешь меня вот научить как-то чуть-чуть что-то делать? Потому что у меня был раньше такой аист с рамой. У всех был аист. Четко, это правда. Да, нормально было. Спасибо, давай, ты крутая. Поняли? Это был Hood Life Fest, фестиваль, где молодежь собирается не курит, занимается спортом, катается, машинки водит, набивает татуировку, слушает классную музыку. В общем, сплошная свобода. Завидую, мое детство не удалось.